Всем привет, это у нас Мороженщик 3. В данном видео у нас будет два бага с рыбками. Стартуем. В первом баге мы их не сможем ловить. И во втором они будут у нас летать. Вот такая у нас задача. Для первого бага нам нужно будет принести мотоцикл. Поэтому сейчас поедем на станцию метро. Задом кратом. Задом, главное, кратом. Задом кратом. Или передом кратом. Рот нам не опасен. Ну-ка, можно ли стрелять? Было бы вот так, по низу. Мы ноги видим. Вот это класс. Давайте сейчас протестируем. Ножки. Нет, нет, нет. Попадаем в асфальт. Хорошо. Уезжаем. На станцию метро. 0.45. Неплохой код. Он даже за собой дверки закрывает. Интересно. Так, рукоятка. Ее там нет. И здесь его нет. Вау. Чтобы залезть на перила, нужно просто затереться прямо к ним и сесть. И все. И вы на перилах. Данный баг так и не поправляют. Он очень полезен для прохождения. Теперь поедем за мотиком, и вот что написали подписчики. Нам нужно будет взять удочку и сесть на мотик. После того, как мы слезем с мотоцикла, мы уже не сможем ловить рыбу. Это очень интересно, давайте проверять. Часть экрана перекрывает домкрат. Взял, успел. Но видите, не влез на эскалатор. То есть сначала мы берем мотоцикл. Что если нам проехать прямо вот сюда? Забираем удочку. Пока что ее бросим просто к бассейну. Можем для наглядности даже добавить значки. Маневрируем по максимуму. Мотоцикл не очень управляемый. Так, смотрим. И садимся на него прямо с удочкой. Дали сесть. Вылезаем. И ловить нельзя, реально. Ну-ка, джойстики. Ловить нельзя. Смотрите, игра считает, что мы находимся на мотоцикле. Ну-ка, если выкинем. Теперь можно. Да, вот видите, немножко побелел значок. Давайте поярче сделаем. Прям вообще белый. Все, скидываем, ну-ка. Ничего себе заметили, что с удочкой может садиться на мотоцикл. Вау. А если я буду смотреть прямо на воду? Сели на мотик. Попробуем ловить. Надо отъехать немножко. А, никак. Да, и реально, мы рыбу ловить не можем. Бам. Только сейчас сможем ловить. На самый верх можно нажать, и он поедет. Давайте теперь попробуем мотоцикл поставить вообще в воду. Нет, никак. Вот смотрите, какой у нас будет второй баг. Нам нужно рыбу ловить под водой. Вы только подумайте. И тогда рыба полетит. Просто нужно сидя ловить. Бам. Тащим, тащим, тащим. И... смотрите, куда она улетела. Она где-то здесь и будет скоро летать. Где же ты, рыбина? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, их шесть. Но я же ее поймал. Видимо, сорвалась. О, вот она, вот она, вот она. Она уже начала летать. Смотрите, ее прям заносит. О, поднимается потихоньку. Поднимается. Бам. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Она реально плавает теперь по воздуху. Давайте ловить следующих. Вот это курьез века. Все уже на воздухе. Главное ее не поймать случайно. Мегабаг. Смотрите, вот она уже на воздухе висит. Так. Ты поймал рыбу. Фантастика, просто на воздухе летает. И? На нас никакого влияния не оказывает. Одна из рыбин находится тоже где-то рядом. Так, их 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, скоро одна тоже взлетит. Йес. Ударилась об мотик и взлетела. О, это более стремительно взлетает. Ах ты. Все. Это прям конкретно стремительно взлетает. Бам. Я удочкой подтолкнул ее. Жестяра какая. Это просто фантастика. Она плывет по мосту торгового центра. Ничего себе. Она просто плавает по воздуху.
Это же вообще космобаг. Давайте эту толкнем также. Так, она меня боится, как будто. Бам! Толкнул, видели? Слегка сзади. Ой, они меня тоже троллят. Бам! Я их могу толкать обратно в воду. Вау! Вот это эффектик. Хватит мне удочку таскать. Давайте подальше закинем. Главное нам сидеть в воде. Золотая смешалась с оранжевой. Yes. И видите, сразу упала. На ней должна быть надпись «Рыба». Смотрим, где она. Где же ты? Скорее всего, вот она. На! Рыбка, смотри, я ее могу взять, похоже, в любой момент. Бам! Точно! Теперь на ней, скорее всего, не написано «Рыбка». Раз. Попалась. Еще одна. Давайте. Интересно, можно ли будет рыбок ловить с воздуха прямо? Скорее всего, она. Смотрите, ее толкают прям другие рыбины. Ой. Ее толкают другие рыбины. Бам. Ее толкают. Все. Вот класс, кадры. Так, одна есть. И... тоже поплыла через мост. Хорошо, давайте дальше ловить. Надо всех так выловить. Чтобы у нас весь торговый центр был в рыбах летающих. Прям там летит, смотрите, вау. Это же просто шедевр. Какая из них попалась? На ней должна быть надпись «Рыбка», потому что она готова, чтобы ее взяли. Это не она. Она, возможно, где-то сзади. Так, и рыбина исчезла. А, вон она в кустах одна. Ловим дальше. Наша задача поймать полностью всех и выяснить, что с ними можно делать дальше. Так, попалась. Да, скорее всего, пойманы уже не поймаете. Вон, они толкаются даже. Бам. Они так-то друг друга пересекают, но если рыба была поймана, то все, видите, уже пинаются. Ес, фонарик вытолкнули. Все, еще. Скорость золотая у нас полетит. Как фонарик? Все, вылетает из бассейна. Фантастика. Мы многое пропускаем. О, к нам летит. К нам летит золотая рыбка. Вот это шедевр. Смотрите. Бам. Давайте по ней шмальнем удочкой. Бам. Огрел. Еще раз. Так-так-так, и ныряет в воду. Но скоро вынырнет сама. Одна уже на воздухе. Поплавок раньше оказался в воде, чем я удочку закинул. Смотри, смотри, смотри. Загрелся на поплавок. Ой. Опять золотая поймалась. Вот это уже странности. Так, ну-ка, сматывайся, рыбина. Я ее вытолкну отсюда. Она мешается. Все, поплыла по воздуху. Yes. Здесь летает одна. И еще там летает. Точнее, не так. Они не летают, они плавают по воздуху. Есть. И золотую осталось поймать. Есть. Все рыбы пойманы. Ура. Давайте ее тоже шугнем. Бам. Они ни во что не врезаются. У них теперь больше возможностей для плавания. Кто еще будет где замечен? Вот рыбка. Она нас, скорее всего, боится. Так, как она заруливает? Ах, ты ее резко телепортирует. Две в воздухе плавают. Есть ли еще одна плавающая в воздухе? И где моя удочка? Почему ее не стало? Она уже лежит. Так, давайте еще раз перезайдем и попробуем золотую поймать. Ты поймал рыбу. Ой. А почему плывет-то это? А золотая здесь. Вы поняли прикол? Вот золотая. Игра запомнила, что это выловленные рыбки. Я же перезаходил. Реально, две плавали в воздухе. А как это вообще возможно? Золотая-то куда делась? Бам. Давайте попробуем еще выловить, что это будет.
Какой-то глюк нереальный просто. Ах ты, близко тоже не ловится. Удочка. Ну все, этой рыбы как будто нет. Так, и давайте рогатку захватим, потому что мне интересно, можно ли взаимодействовать рогаткой с рыбками. Достали. Она опять плавает. Ее толкают, все. Сейчас полетит. Сейчас полетит, смотрите. Ее должны растолкать. Видели, хвостом толкнули, бам. Так толкайте ее, хвостом ее прям толкают. Все, полетело. Yes. Золотая полетела, все. Берем рогатку и проверяем влияние. Ну-ка, бам. Жесть. Это у нас рыбный бильярд какой-то. Еще. Фантастика. Вы только посмотрите. Вот. Итог видео какой. Она просто носится. К камере подлетела. Что ей там интересно стало. И она еще, кстати, как фонарик. Смотрите, все подсвечивает. Еще шмаль. Это жесть. Я ее вообще запнул куда-то. Во! Золотая рыбка плавает вдоль торгового центра. Как вам вот такое видео? Ну и вообще, меня боится или нет? Ну-ка. Золотая рыбка, видите, вы ее можете взять. Но у нее также осталась функция плавания. Роду почему-то она неинтересна, хотя шумит именно золотая рыбка. Ракета, запускайся. Рыбная ракета. Она на фоне мороженчика, как классно. Ой, как стремительно. И мега-телепорты, смотрите, ее постоянно телепортируют. Вот такой у нас будет финал видео. Давайте мы на этом видео закончим. Подписчикам спасибо за найденные баги. Мы сегодня рассмотрели два интересных бага. В одном мы разучились ловить рыбу, во втором мы получили с вами настоящих летающих рыб. Всем спасибо за просмотр, оцените видео лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока. Body's aching. I'm tired of dwelling in the dark. It's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone and I'm just singing. It should have been you.